о погоде в Санкт-Петербурге прямо сейчас. Очаровательное, солнечное, голубоглазое, теплое, летнее питерское утро. Наконец-то! И это наконец-то надолго, поверьте мне, весь июль в Петербурге будет тепло. Вот так, конечно, говорить опасно. Но я беру на себя эту ответственность, действительно. Но все по порядку. Начнем со стихов. Аполлон Майков. От грустных дум, очнувшись, очи я подымаю от земли, в лазури темной к полуночи летят станицей журавли. От криков их на небе дальнем, как будто благовест идет. Привет лесам патриархальным, привет знакомым плесам. Вот 19,5 сейчас в Петербурге, конечно же, тепла, и это на солнце, в тени где-то 18 градусов, а днем температура воздуха и в тени в Петербурге составит 22 градуса, а на солнце, спросите у меня, а я вам отвечу, на солнце будет... Ух, значительно теплее. 26,3. Это точно. Настоящая летняя погода. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. И это тепло сохранится на протяжении всего месяца. Синоптики обещают, что средняя температура в июле в Петербурге будет на 2-3 градуса выше среднего. Атмосферное давление сегодня составляет 753 миллиметра ртутного столба. И днем будет меняться мало. Относительная влажность воздуха 96%. Ветер западный. Уже сейчас весьма ощутим. А днем его скорость составит 6 метров в секунду. А еще сегодня в Петербурге не исключена возможность небольшого дождя. Хотя, конечно же, не в первой половине дня, потому что сейчас на небе просто отсутствуют облака. Дождю неоткуда взяться. Но день длинный, потому что солнце в Петербурге взошло в 4:43, а спрячется линия горизонта в 23:22. Поэтому, может быть, и набегут облака, и, может быть, что-нибудь прольется с небес, но совсем не надолго и совсем, совсем не испортит сегодняшний теплый, летний, очаровательный, сказочный, волшебный питерской погоды. Как одеться? Вот сегодня точно по-летнему. Чем меньше, тем лучше. И пусть ваша одежда носит такой праздничный, светлый характер. И тогда все у вас будет просто великолепно. Да у вас все будет просто великолепно, даже если вы и не последуете моему совету. Самая жаркая погода в Петербурге в этот день плюс 29 градусов. Была в 1907 году. 29. Ну что, 29 у нас сегодня днем. 26 будет на солнце. А самая холодная погода в этот день плюс 5 градусов. Это никуда не годится, но было это очень давно, в 1963 году. Сейчас в Петербурге 19, днем 22, и все это в тени. А на солнце будет гораздо больше. А солнце уже светит, уже греет. И я даже немножко вот говорю, и немножко млею от этого солнечного света. Сегодня на Земле пройдет слабая магнитная буря. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Думайте только о хорошем. И до завтра. Пока!